Всем привет! Всем привет! Что сегодня, ребята, мы будем с вами делать? Пицца-челлендж. Пицца-челлендж, но у нас не обычный пицца-челлендж. У нас игрушечная пицца! Пицца-игрушка! Ее можно кушать? Да. А я думала в нее только играть. Давайте откроем нашу коробочку. Да. Да? О, вау, что у нас тут есть? Алиса, показывай. Ребят, все собрано должно быть. Ой. Это поваренок? Да. Еще у нас есть большая заготовочка для пиццы. Да. И ингредиентики. Высыпаем. Ставим нашего поваренка. Лева, ноги. Поваренка нашего мы установили. Сверху ему нужно положить пиццу. Нет. Да. Где там? Вот тут дырочка, и на пальчик нужно одеть ему пиццу. И вроде так. Все, ребята, видите? Кучи-кучи-го. Это червячки, да? Да. Это вообще-то сыр. Или майонез? Это просто червяки. Ладно, в общем, у нас есть вот такой кубик. Лёва с Алисой будут по очереди его бросать. Я! И кому что будет выпадать, тот должен будет складывать на пиццу. Я! У кого первого пицца перевернется? Я! Тот проиграл. Это я! Да! Я! Лёва, ты победитель автоматически. Я! Ты? Во всех чёрных. Делим все ингредиенты для пиццы поровну между вами. Пицца чуть-чуть, я так придорвалась, ребята. Сейчас мы ее поставим, все ровненько. Лева, не трогай. Так, что трогать, я просто... Я делю между вами. Тебе червячка, Леве червячка. Леве червячка, тебе червячка, Леве червячка. А зачем много червячков? Нужно разделить все, Лева. Пополам. Да. Так, Алисе две колбаски. Нет, ты. Леве две колбаски. Это твое, это Левина. Начинаем бросать? Пусть Алиса кидает. Первая бросает Алиса. О, червячок! Давай, клади его на пиццу, только аккуратненько, чтобы она не упала, да. Тихонечко, давай. Ой, молодец. Что, я теперь? Теперь Лёва, да. Что у тебя выпало? Тоже червячок? Ой, нет, простите, ребятки. Идёте её. Тебе понятно, что челлендж выйдет. Продолжаем. Алиса, не трогай! Тихонько, тихонечко. Алиса, не прикасаемся к пицце и не поддерживаем ее, когда кладем какой-то ингредиент. Опа! Так, нормально. Что-то она шатается. Нет, нормально, она теперь, держится. Да? Теперь Алиса. Вот. Что это? Это колбаса. На картошку похоже. Да, мне вообще показалось, что ты стейк прорисовали плохо. Алиса, у тебя колбаса была, бери колбаску. Вот. А, мне кажется, это гриб, погодите. Нет, это колбаска была. О, мне надо вот такие. Это любую, да, давай, вот, клади. Что, я выиграл? Не трогай руками, Алиса! Алиса! Так, ты что за монстр? Выиграла она, ага. Ну что, давайте еще раз. А то какая-то пицца у вас была невкусная. Да. Две сыринки какие-то, два червяка и какая-то и упала. Колбаска, да. И в итоге вообще упала. Ну давайте, кто бросает первый кубик? Кто? Алиса кидала, я кидала. Алиса. А, Лёва, теперь Лёва, давай. Ты заново сюда чуть-чуть. Угу. Колбаса. Колбаска. Давай, Алиса, кубик. Повар. Повар. Повар это значит, что пропуск хода. Да, Алиса пропускает ход. Алиса ничто не кладет. Так, помидорка. Это не. Теперь Алиса. Не трогай! Так. Блин! Вот так давай. Алиса, больше не трогай, ладно? Гриб. Давай, грибочек. Боже, бери. Аккуратно. Только аккуратно. Положила и ручки убрала. Не... Алиса, нельзя поддерживать. Ну как с тобой играть, я не знаю. Это хотел поиграть, да? Это сомнительный вариант. Можно это уже начать канал снимать. Неудачные челленджи. Неудачные челленджи с Лёвой и с Алисой. Там подписчиков нужно чего-то искать. Ладно, вот так. Нет. Все, Лёва. Я не буду больше челленджи снимать. Нет. С Алисой, да? Тем более. Нет, давай пиццу делать просто. Лёва, не психуй. Ha ha ha.
какой-то пиццемания беспредел. Алиса, тебе понравился челлендж? Да! Ага! Ребята, которого смотрите, не было! Сейчас это будет полет прямо в Юлю! Блин, Лёва! Вы совсем... Это не надо! Ты все прибираешь уже? Это не надо! Смотрите, за мной просто эти башни! Я буду... Я не... Ой! Не попрёт от меня вообще! Я просто это стою. Я дочки.